что делать с тем, если вас бесит ваш муж? Вот что с этим делать просто? Сделать возможно, чтобы он ее не бросил. А если честно, что сделать, чтобы он вас не бесил? Любить, блядь. Что происходит? Откуда снег? Это же прекрасно, господи. Неужели хоть как-то можно ощутить новогоднее настроение? Сука. Петь, ты же не котируешься. Давай!